Всем привет! Вера и Саша, деревня в Чувашии, канал. Сегодня вот такой у нас на улице туман. Интересно, да? Если посмотреть в конец нашего участка, то его не видно. Вот это да! Конец участка даже не просматривается. Вот это вот туманище сегодня с утра. Так, а как же мне снимать-то? Чего-то прокопал вчера дорожечки. Если буду идти. У нас тут деревья, на деревьях птицы живут. Начал ходу калитки. Сегодня, наверное, я думаю, все сделаю. Значит, проходы к старому дому прокопаны. Здесь вот у нас такое интересное место. Яблони как бы свисают ветки очень низко. Особенно, когда начинает плодоносить, ветки становятся тяжелыми, они опускаются вниз. Вот. С прошлого года как-то эти ветки к низу и остались приопущенными. Вчера я вот поставил такую подпорочку, потому что ходить невозможно, цепляешься головой об эти ветки, мне жалко, ломается. Будут, могут ломаться ветки. Что тут интересного? Я пытаюсь приспособиться к этой палке. Но она тяжеловато получается. Вот. Снег с крыши сходит. Но еще сошел не полностью. А смотрите, у наших соседей дым из трубы.